Теща и ребенок 8 лет здесь во дворе. Осколками, наверное, осколками. Ну, все посекло, и внутри там позалетало. В больницу положили, видать, будет оперирован. Ребенок был целый. Был целый, все хорошо, но что-то голова болела, может, контузия, не знаю. Ну, понимаешь, в этом плане. Сейчас в больнице, не знаю, пока. Ну, тут как бы вот эти стекла вылетели, вот котел газовый, дырка. Тут что-то, все крови.